Как провести безопасное тестирование на предмет обнаружения лжи во время COVID-19? Вы полагаетесь на полиграф для проверки достоверности кандидатов на работу, сотрудников, условно-досрочно освобожденных, клиентов или пациентов. Но как безопасно проводить тесты на обнаружение лжи во время нынешней пандемии коронавируса? Чтобы тест на обнаружение лжи был безопасным, он должен соответствовать этим двум простым требованиям. Он должен соответствовать требованиям социального дистанцирования, и он должен легко поддаваться дезинфекции и очистке после каждого теста. К сожалению, большинство детекторов лжи, в том числе и полиграф, не соответствуют этим элементарным требованиям. Автоматический тест iDetect вместе с удаленным приложением для экзаменатора для управления процессом легко позволяет испытуемым всегда оставаться на безопасном социальном расстоянии от экзаменатора. Кроме того, единственное оборудование iDetect, к которому испытуемый обычно прикасается во время теста, это компьютерная мышь, которую легко и быстро очистить. iDetect научно подтвержден для точного обнаружения обмана за 15-30 минут путем анализа непроизвольного поведения глаз. Для получения дополнительной информации о проведении безопасных тестов на обнаружение лжи посетите сайт converus.com.